Всем привет! Меня зовут Сергей. Меня зовут Наталья. Мы семейный дуэт «Римские». Мы родом из Украины. Вместе учились и познакомились, влюбились, и уже очень много лет живем вместе, даже страшно сказать. Когда муж и жена занимаются одним ремеслом, это очень сложно. С ней невозможно работать. Невозможно. Потому что я для нее, видимо, не, я, видимо, для нее не авторитет. Потому что если я предлагаю какие-то вот вещи, говорю, давай споем так, сделаем так. Я в этом больше понимаю. Но ты же потом все-таки служишь мне? Нет. Да, у меня сильная интуиция. У меня очень сильная интуиция. И в итоге он долго сопротивляется, но все равно будет, ну, как бы, чуть-чуть по-моему. О, дуэт. Вау, это любовь. Какая красивая пара. Спасибо нашей дочке, на самом деле. Она настояла: папочка, мамочка, пожалуйста, умоляю вас, вот пойдите на этот проект и попробуйте. Я очень хочу, чтобы вы выиграли много денег. Потому что очень хочет собаку. Да, и дом. Выигрыш, и очень большой дом, и там должна быть собака. Но мы верим, что с этого все начнется. Так трогательно держат друг друга за руки. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Сергей. И рядом со мной стоит моя любимая супруга Наталья. Нам самим не верится, но в этом году мы отпраздновали 19 лет совместной жизни. 19 лет совместной жизни. И вы знаете, очень многие годы мы мечтали оказаться на большой сцене именно в таком составе. Семейным тандемом или дуэтом, как вам угодно. У нас есть маленькая дочь, которая попросила сегодня нас исполнить один из самых нашумевших хитов прошлого года. Мы согласились, но решили эту песню сделать по-своему и хотим предложить вам свою историю этой песни. Ничего себе! 19 лет! Они 19 лет вместе, то поскольку же им лет? Они, может быть, просто дружат с детства. Слушайте, ну это так здорово, они вышли за руку, это очень трогательно. Этому дуэту надо набрать не менее 67 баллов, чтобы попасть в тройку лидеров. Сейчас будет что-то о любви. Между нами тает лед, потому что нашумевший хит. Итак, внимание, внимание! Сергей и Наталья набирает этой песней 99 баллов! Во-первых, это впервые за все 7 программ. Самый высокий балл – 99. Дорогие друзья, мне даже не интересно спрашивать всех,
Я именно здесь, в этом месте, потому что в течение всех программ я говорил, когда же выйдут исполнители, которые наберут 100 баллов. 100 баллов, и вот они вроде появились. Они сразили нас своим потрясающим двухголосием, тем, как они выглядят, как они проникновенно пели, как они вместе были единым организмом. И вот, Лена, посмотрите, эксперты плачут из-за того, что вы не встали. Боже мой, ребята, я не виноватая, я... Они меня вели в какой-то такой транс, вот тот самый, которого я ждала все эфиры. Я вообще не поняла, что песня закончилась. Я клянусь, ребята, они меня просто унесли в какую-то другую вселенную. И когда только все на меня смотрю, все смотрят, я такая думаю, что происходит-то? Короче, какие вы крутые! Вы должны были не быть во вселенной, вы должны быть общим организмом сотни. Почему вы как аппендицит откололись от нас? Сергей! Ребята, ну тогда можно я скажу, раз мне дали слово? Слушайте, во-первых, действительно, это такой тандем, такой дуэт настоящий. И в жизни, и на сцене. Спасибо большое. И это так чувствовалось в каждой ноте, в каждом вашем касании друг друга. Когда вы друг друга чувствовали спиной. Это единение, это сразу видно, что уже годами сложившееся. Я вас поздравляю с невероятным успехом. Каждый из вас отдельно, сольно звучал потрясающе. В дуэте вы друг друга дополняли. Были вокализы, были отдельные партии, вы друг друга... Ну, то есть все случилось. И что самое главное, конечно, потрясающая песня, модная, современная, но опять же с этникой. Вот это соединение, о котором я так часто говорю здесь, что надо оставлять культуру. Спасибо! Это, наконец-то, я вот сейчас на примере этой песни, возможно, объясню, что я все время хочу донести, чтобы музыка звучала по-современному, но, конечно, корни не надо убирать, они должны присутствовать, мы должны о них помнить. Но, так или иначе, звучание должно меняться. Надо этим дышать, надо этим жить, и надо это продвигать в массы. Все больше и больше. Ваше выступление – лучшее доказательство и лучший пример. Спасибо. Спасибо вам огромное. Для нас это... Вы не представляете, насколько для нас это все важно.